друзья, утро доброго. Карантин заканчивается, ограничения постепенно снимаются. А это значит, что мы собрались на рыбалку. И не просто на рыбалку, а на тренировку перед соревнованиями. Едем мы на реку Ловоть. Именно так звучит ее название. Да если честно, на реках рыбачить особо не умели, не умеем, не приходилось. Будем учиться. Итак, друзья, наконец мы вышли на воду. Андрей уже успел сделать первый заброс. Пока не поймал, надеемся, не поймает. На первом запросе. Погода так себе, самая щучья, но мы идем искать судака. Вот такие просторы. Ну, делайте ставки, работаем. Я точно что-то тащу, но я не могу понять. Не сопротивляется, просто кусок судака. Достаточно тяжелый кусок судака. Сеть? Не тащишь, а? Да, нет, конечно. Не знаю. Сеть. Ракушек меня на обед. Давай. Капец, сколько их. Там где приманок? Я не знаю. А, это шнур чей-то. Сейчас, шнур, да, сейчас там будет. А, подожди, там приманка все. А, да. Вот он там пролежал. Посмотри, какой маленький. Нет, слушай, не слишком старый даже. Ну как, а почему она не прогнившая-то? Она сама спига. Я снимал, Андрей. Выним? Да, выним. Да. Я не смогу на этом спине поднять. Ты тоже не смог. Ты мне портишься. Наработали мы с Андреем точку. Минут за 10 сняли две рыбы. Пока ехали сюда, далеко. 40 минут ехали до этой точки. Да, ну, приходится ходить. Щучка не крупная, но зачетная. Вроде бы. Клюет на крупные воблеры. Ну, с рельефа. И сейчас все секреты расскажешь. Да я это не буду выкладывать раньше. Точка будет называться у нас Тютицы. Поехали в Тютицы. Поехали. Птички поют, солнышко. В курсе, да, что судака просекать надо? То есть на подсечке. Не стесняйся. Поряшки там чувствуешь, нет? Да, это зачетный судок. Пошел, нет? Нет, все, понимаю. Зачет. Сами ворону или берем? Берем. Короче, здесь карьерная тактика моя работает. Его брал специально этого мелкого маринганга под свои карьеры, чтобы, ну, системы дальнего заброса, как на большом, слышишь, да, вот этот щелчок пугающий. Я бы не хотел на соревнованиях надеяться на такие приманки. Лето, я купил себе газету, бляха-муха, вон он висит. Туда тебя уже осторожно под мотором провести. Есть. Да. Нет. С
Сначала была поклевочка там. Сюда какая рыба, но сюда просто не зайти пока. В нужном размере, в нужном количестве. А заходит он, вероятно, с... либо с ильменя, либо с ловоти. Поэтому вергайте там его, может быть, и побольше. Баклайн тоже может быть с судаком. Она большая, широкая. А, ну баклайн, да. Она далеко. Баклайн – это глагол. Черный поролон, дубак, июнь. Вова, куда привез ты нас? Да? Такой подсел что-то. Я снимаю, Андрей. Да. О! Но! Опять на поролон. Опять на поролон. Красава. Не зачет. Сейчас сбросим болинь. Ну давай сейчас вот и. Я поролон поберем. Да. Давай, знаешь, что-нибудь. Можешь ошибиться, на что поставить, поставить то, что как бы не, а оно сработает. Да, брать так брать. Так он поводка. Так, знаешь, в кулачок сожми. Давай, да. Извини, сюда, да. Тут ту же дырочку. Скажи, я. С ним выключу камеру. Общий план выработался, его надо проверить. Нам задача поймать щуку любой ценой. Пусть она будет маленькая, пусть она будет на грани зачетной. Три поймать, дальше возможны варианты. Ну, как минимум укрупниться, как минимум щукой, судаком интересно. Как выяснилось, поймать хорошую зачетную рыбу просто так, там джигом по рельефу, не так-то просто, и это граничит с удачей. Судачей. Поэтому решили такой проверенный вариант мелкой травяночкой закрыться из кувшинок. Как показала тренировка, она есть. Она ест, ее катастрофически мало. И она на грани зачета. Она на грани зачета, да. Возможно, не всем экипажам ее хватит. Кстати, зачет 30, а мы измеряли 40. Лад 30 с точки зрения гуманности это под вопросом, но мы будем ее упускать в итоге. Поэтому 30, ладно. Мы... С точки зрения претензий на победу это негуманно по отношению к нам. Это негуманно. Ну, весь водоем, он не очень гуманен для спортсменов. Но мы в одних условиях, поэтому нормально. Это интересно, это общее ограничение. Победит не тот, кто... кому повезет, потому что везение это, ну, здесь, на этом водоеме, оно совсем такое умозрительное. А скорее, кто будет весь этап первый, весь этап второй пахать, пропалывать планомерно какие-то наработанные точки. То есть, ну, да, такая у нас в этом году тренировочка и соревнования такие. Ну, мне кажется, ну, как минимум уже два экипажа, наш и Малинин Руки. Понимают, да? Занимаются тем, что изучают водоем, глубоко подходят к решению задач поиска щуки. А самое главное, я здесь вижу, щуку все-таки найти. Поймать и дурак сможет. Насчет удачи абсолютно согласен. Она тут, удача в квадрате должна быть, чтобы что-то поймать, с чем закрыться. Хотя... Но мы помним про фартовые экипажи. Да. Хотя... В таких условиях есть опасность, что не опасность, особенность. Одна хорошая рыба может перекрыть три окуня. Поэтому, да, нужно закрываться, чем придется. Есть желание найти окуня, это на крайняк. По приманкам мы умельчились. Слеза сейчас должна быть. Крупные приманки прошлого года у нас отошли на второй план. Хотя для судака... Хочется поймать крупного судака. Я взял резину копыта, достаточно большую, и нарвал Commander Shed 160. Просто
те судаки, которых мы ловили здесь в прошлый раз, эту резину сожрать не смогут. Если мы на него что-то поймаем, это будет хороший претендент точно за счетной рыбы. Вопрос, конечно, с сохранением судака. Тур у нас 6 часов. Жара. Нужно будет уделять этому внимание. И я помню, как в Пале ребята принимали там сложные решения, по-человечески правильные. Когда видели, что у рыбы худо, рыба начинает умирать, они ее выпускали. Конечно, ребята в Пале достаточно уверенные в себе и понимали, что смогут поймать еще. Да. Хотя, я думаю, не так же, как мы. Я думаю. Что радует? Что радует, что мы едем после первой тренировки на вторую, и нет какой-то паники и непонимания, там, что что делать, что делать. Есть достаточно четкий план, есть выделенные точки, локации, разнородные абсолютно, под разную рыбу, под разные условия, даже под разную погоду, где мы собираемся ловить рыбу и можем ее поймать. И под эти точки подобраны достаточно тщательно те подходящие приманки, которые сработать могут. Однако мы видим по контексту, что другие экипажи не отстают. И это вызывает озабоченность. Как минимум озабоченность. Да, но боремся мы не с другими экипажами, боремся мы с рыбой. Побеждать не договориться, нам придется с рыбой. Там уже результат покажет, кто лучше рыбу победил. Я явно сверю, как и в некоторых других наших друзей-соперников. Подъезжаем, собираем лодку, обедаем и на воду. Ищем. Здорово. Здорово, слушай, тут, конечно, атлеты, насекомые. Ты вообще еще жив, тебя не съели тут? Съели. Как вы? А помогает? Вот так. Помогает? Ну, как это нет. Это надо прицельно в каждого попадать, мне кажется. Собирание лодки уже. Что у вас случилось на этом? Утро доброго. Утро доброго не бывает. Встали на точку. И стоим. Потому что завестись не можем больше. Дошли нормально. В общем, будем проверять свечи. В любой непонятной ситуации проверяй свечи. Важно не утопить. И не поджечься. Что, момент истины. Проверили, искра есть. Если не заведется, я не знаю, что проверять. Это все, что мы можем. Крепость весел не рубит. На веслах лишь крепче руки. Пока отключить. Паровозик сделай. Добрый день, слушаю. Да, Сань, ты? Вы мимо нас пролетели, мы вам махали. Короче, у нас мотор сдох. Что-то где-то все поменяли. Мы дрейфуем, уже до базы почти додрейфовали. Вам звонили, махали, чтобы вы нас как-то спасли. А вы такие... И мимо пролетели. Да. Да, мы уже около базы. Тут мы с плавом идем вдоль берега. И пытаемся ловить. Вон, Андрей рыбу поймал. Вот. И... Ну, получше. Щучка, но... И завестись не смогли. Вот, ладно, на базе встретимся. Давайте, рыбачьте, ага. Пока.
Не, ну смотри, на крайняк, да? Мотор, если у нас вышел из строя, серьезно, надолго, тьфу-тьфу-тьфу, три раза, мы можем, и соревнования не отменят, улиточка, можем взять прокат, хоть что-нибудь, все лучше, чем весла. Нас без сомнения ждут приключения. Мэри Поппинс. До свидания. Мэри Поппинс, мы приплыли. Вибрирует? Что-то дыма много. Два? Только на холостых. Холостые? Да. Что, прикалываешься? А? Ты же прикалываешься. Наложением рук Андрей починил мотор. С аргументом «так бывает, давай еще разок заведем, вдруг все починится». Мотор завелся, погазовал, проработал, да, смотри, аккуратно. Вот. Можно идти. Сейчас Андрей зажжет на лодке нам здесь. Жахни, пендаль! Подается под веточки. Подается под веточки, вообще нормально. Я ее вижу. Я видел. Этот выстрел. Пойди стал светку искать. Так, тебе вроде проще отцепить. А вон меня спустилось, могу в ответ рыбачить. И я тоже могу. Я первый зацепился. Не упусти его только, ради бога. Вот в руками взял. Кнопочка не выступает почему-то. Чего тут вот кнопочка не фиксируется? Да просто возьми, он не большой. Давай, давай, давай. Не фиксируется, он справится. Как заехали, не завела? Да, да, да. Завела? Заехали. Да, заехали. Снимаем. Вот я сомневаюсь насчет этого подсека.
Да, не, за нормальный зачет и рыба за килушка. Да, килушка точно. Блин, не хотелось бы взять, но... Это была проверка. И мы не придут сейчас, он курит. Кстати говоря, после дождя и поимок не было. Мы взяли где-то, ну тут полторашечка где-то, да, до вот, ну, за килушечка такая была. Мы там немножко это протупило из подсаков. Я держу, Рома, говорю, доставай подсак. Полез, рак разломал его, вытащил ручку, а этот, я держу, катаю эту щуку туда. Она уже за якорь зацепилась. Где тут такая щука, я не знаю. Так. Да ладно, ну у нас тоже щучка за кило одна была. Но... За килошки поймали, но это не стабильно. Это было три последних за килошки здесь. Да. Я не знаю. Нет системы. Мы закрылись, если считать, окуней тут закрылись. О, вы чего, окунь наши? Мы искали вообще с окунями. Ну как искали? Попробовали. Ну, зато красноперку нашли. Мамба. Отлично, молодцы. Эй, мамбо, мамбо итальяно. Покидали в тростничок мы, значит, да? Мы прошелся так ровненько по кромочке. Здесь в Лоуде так принято, да? Вот. Ну, тут хотели кидать. Ну, что, дальше пойдем? Ну, порыбачим. Выворачивай. Черная мамба. Методы борьбы. Вообще. Конкуренты. Пацаны, может, запереживали, что мы. Вот ты у них набрался. Не, может туда и он туда вышел. Там перспективно это было. Ну, сюда, сюда. Глубина такая. Выключу-ка, выключу. Два с небольшим. Или четыре здесь. Они, может, подумали, что. Например. У нас там проблемы, не проблемы с мотором, подошли посмотреть. Вот. Подумали. Мы просто не подумали, что здесь люди ловят конкретно, где они идут. Ну, слушай, действительно новички такие, да, совсем? Ставь, не знаю, Андрей. Рыбу ловят. Вот-вот. Я, значит, вдоль косы по глубине пробиваю шумным, более-менее глубоким балисонгом. Я мамок вставил. Хоть кого-нибудь. А я беру их просто, да. Руками. Пошел первый заброс. Так, проверить осевичок, тормоза, магниточку. Ух ты! Мы вышли из бухты. Так, вот еще спиннербейтиком хорошо бы пройтись или не огрызочку, там где травка будет. Может быть, на второй постановке. Да, ну да, цеплять не будет, хорошо. В егеря превращаешься. Ты куснул все-таки егерь. Клыки проявляются. Так, значит, я ставлю спиннербейт. Может, крэнка попробовать. Хотя он тоже будет собирать. Тоже будет собирать, да. Лопаты. Своему месту своя приманка. В туре надо стараться не цепляться. Да, но все-таки. Подобрать надо сразу. Да, но все-таки, если нужно рисковать и кидать в траву. Можно рисковать и кидать в траву. Здорово, Сосюка. Переживал на. Так, ну ты же на две недели взял его, да? Ну да, но он ничего не поверил. Он будет попробовать уже. Он будет ему позвонить, конечно, куда ты делаешь. На обратном пути надо, я позвоню. Читаем сегодня. О, рыба. Можно? Что-то? Да. Ну как, да. Ну давай проверяй. Спиннер сработал.
перегрузка бы тоже сработала. Даже взвешивать не будем. Сколько? 30? Не вижу, Ром. Надо 30? Надо 30. До чешуи 32. Да, 32. Прошло сколько минут? Сначала было такое задорное. Есть рыба. Кукой, что ли? Нет. Кучка. Fish on. Слушай, не зачет или зачет? Ну, измерь. Ну, потому что я смог там провести спиннербейт. Поэтому и равномерка. Ну, как я и говорил, что равномерка, в общем-то, работает. Ну вот прям 30 в натяг. Что, про какие проблемы-то? Ну вообще, как планировали, так идет. А что ты так, идешь на встречу? Нет, так. Ну, не, нет. Нет? Была или нет? Не фиг знает. С этим спиннингом. Я хотел сказать, что... Есть, окунь что ли? Андрей, закрылись за час. Ест. Вот волки. Ну поприличнее окунь, если так-то брать. Слушай, ну. Ну. Ну да. Ага. Я укрупнился. Я сегодня этот, по окуням. Да, ты сегодня Малинин? Я сегодня Малинин, да. Привет, как дела? Нормально. У вас? Мы оттренировались, как планировали. Понял, вообще, тема. Все работает. Все работает, вода теплая, рыба мокрая. У нас не работает. А, что, окунь берут? Вот, видел? Зачетный окунь. Девушку нашли, мы их сегодня не нашли. У ней своих. Ну, по щуке-то есть что-нибудь? Ну, только одна. Я думал, что Саша оторвал ей голову. Так, не надо подробностей. Щука была огромная. Саша поймал? Саня подсек, да? Женя, у тебя-то что-нибудь? Потички не могли. Да нет, не было. Ну, мы пробовали по-разному. Опять сегодня пробовали. Ну вот так как нельзя привязать, все дни разные, и нельзя вот привязать то, что она не клевала сегодня. Ну вот мало ли, вот мы попробовали, она не клюет таким способом. А может быть, она на самом деле таким способом готова кушать, но не сегодня. Вчера мы в одно место попали. Ну вот попади мы в это же место сегодня, мы бы подумали, что место бесперспективное. Мы там поймали не одну рыбу. Так, может быть, она, конечно, случайно. Так и все говорят, что случайно. Нет такого, что вот ты приехал, как у Яны, в одно и то же место, как в магазин. И там, грубо говоря, ну, сегодня поймал, не поймал, значит, поехал в другой магазин и там поймал. Здесь такого нет. Друзья, добрый вечер. Возвращаемся с официальной тренировки. Съездили мы на ловоть. Встретились душевно с разными экипажами, были практически все, здорово потренировались, я рад, что всем удалось пощупать эту акваторию, все говорят, что рыбу пощупали тоже. В первый день, в пятницу мы приехали, была прям жара, 31 градус, тяжеловато, открыли наконец купальный сезон, рыба была недовольна такой жарой, но в принципе где-то что-то полавливалось. Сейчас возвращаемся назад, уставшие, обгорелые, в субботу был еще и дождь, сплавлялись мы без моторов под дождем, в грозу, скучно не было. Как всегда, хотелось бы лучше, но, надеюсь, стыдно не будет. Надеемся, нулей не будет ни у кого, все отловятся, кто-нибудь да порадует нас хорошей, красивой поимкой. До встречи на соревнованиях.
Привет, друзья! Вы знаете, что во многих городах Европы раздельный сбор мусора и его переработка уже давно практикуются и дают свой положительный эффект, как и для энергетики, для экологии. И у нас постепенно начинает это развиваться. Я приобщился к этому делу и вам советую хотя бы попробовать. Пока у нас на законодательном уровне переработка считается сжиганием мусора, мы далеко не сдвинемся, но все в наших руках, вы можете сделать свой вклад. Когда вы начинаете собирать этот мусор там, и сортировать, вы как минимум можете оценить, какое количество мусора, упаковки вы генерируете, ну и как-то осознанно уже подходить к потреблению. Ну и сдавая переработку мусора, вы вносите какой-никакой, но свой вклад в экологию. Грета Тунберг одобряет.